você desse prova? Буквы смени, быстрее говори, что у тебя слева? Цифры, цифры. Только цифру увидел, меня не увидела. Что у тебя сверху? Свечу. Это лампочки. Хорошо, правильно, молодцы. Хорошо, остались. Так. Ребята, я хочу, чтобы вы посмотрели и сказали мне условия задачи. И задали вопрос. Да, ты мэдэм. Да. Смотрим. Давай это тоже быстро.
Хаша. Хаша. Что хочешь? Линейка зачем тебе нужна? А вот линейка. Вот линейка большая. По ней делай. Молодец. Чахарите ко мне. Так. Теперь Чахар делает задание на примеры. Чахар делает примеры. Ты уже начал. Продолжай. Нитя, 10 плюс 5. Сколько будет? 15. Сколько будет 10 плюс 5? Думай, представь себе. Не более 10, сверху положили 5. Сколько стало? Молодец. 15. Нига. Сколько? Вот, я тебе представь себе. Представь себе эти цифры. 15, правильно. Так. И у тебя все правильно? Молодец. На. А разве я все сделал? Да. У меня два теста закончилось. Правильно, дайте, пожалуйста, у Богатыря все правильно. Я закончил, Елена. Я тоже. Делай. А разве я закончил? Да. А что ты сделала? У тебя ошибка одна. Думай, что здесь неправильно ты сделала. 10, 10. Убери 9. 9 убери. А дальше 10 убрала. 9 убери. Почему 9 убери? Ребята, очень шумно. А дальше я знаю, что за ошибка. Осталось что? 1. Еще 9. 10 минус 9. Сколько будет? Я знаю, сколько будет. Сколько? 1. Правильно делай. Давай. Так, правильно. 10 минус 9 шагов. Минус. Уходим 9 шагов. Покажи мне 10. Убери 9 шагов. Убираем, хай быстрее работаем. Ага. Еще? Ну, 9 убрала. Что остается? Пиши. Я закончил. Я закончил. Так, 7. Это, сейчас подождите. Так, ребята. Я закончу. Каждый на столах своих оставляет. Осталось несколько детей, которые не закончили. 1. Осталось 2 примера, ему остальное все сделал правильно. У тебя что? Молодец, Фаришка. Фаришка, дай нам пусточку, Руганайда. Руганайда, я закончу. Все, убрали. Правильно. Теперь страничку перевернули и успокоили. Ничего страшного, ничего страшного. И слушаем. Нет, нет, еще же третье задание письменное есть. Так. Ребята, а скажите мне, пожалуйста, для чего нам нужны часы? Я спрашиваю! А вот понятно, что вы говорите? Я люди, знаю, нет, знать Сели. Чтобы знать время. Чтобы знать время. Для чего, чтобы знать время? Часы посмотреть, сколько времени, или спать, или завтракать. И все правильно. Молодец. А теперь? Или лекарство принять тоже можно. Да. А теперь задача. Задача. Мне нужно, чтобы вы меня внимательно слушали. Подумайте и ответьте. В лесу 2 часа дня. Пошел дождь. Можно ли ожидать солнечную погоду через 10 часов? Нет! А вначале подумайте. Потому что там тихо. Да, а теперь тихо. Эмиль. Больше. Что ты хочешь сказать? Что если сейчас 2 часа, и еще к ним прибавить, что прибавить? 10. То получится сколько? Ночь. Ночь. Сколько часов ночи получится? Сядь, пожалуйста. Сядь, пожалуйста. 10 плюс 2. Сколько часов ночи будет? 12 часов ночи. А в 12 часов, Рая, мы можем солнышко увидеть? Нет. А что можем увидеть? Ночь! Ну что, можно? Луну или звезды, правильно. Хорошо. А теперь я хочу, чтобы вы на
показали мне 2 часа дня. А это ровно 2. На квадратном? На квад... да, на любой. Ровно 2. Ровно 2. Показываем, ровно 2. Эмин показал. Царина показала. Пойдем свои ровно. Мурадик, ровно. Да, она молодец. Ровно. Большая стрелка. Где должна быть, когда ровно? Молодец, наверное. Молодец, молодец. Хорошо, один. Тоже лалочка. А где твоя вторая стрелка? Это когда ровно. На скольких должна стоять вторая стрелочка? Делай, делай, на каких? Правильно? На 12, умничка. Не ходи за мной. Так, 12, а Эмиль сказал, что будет 12 часов ночи. Я хочу, чтобы вы мне показали 12, ровно 12 часов ночи. На клуб на хайбезмен. На другом, на другом. Я сейчас отберу. Что? Обязана, я не услышала. А вот не услышала. А у меня уже горло болит, я не могу включать. Ровно 12 ночи показываем. Молодец. У тебя 1 стрелка. Сколько стрелок должны показывать? 2. 2. Молодец. Так, а где вторая? Ровно 12. Показывай еще. Ровно. Молодец, теперь правильно. Ровно. А теперь 12. Не смотри на меня. Ровно 12. 2 стрелки правильно. И вторую стрелочку тоже. Ровно 12. Одна большая стрелка, одна маленькая. Как будешь ровно 12 показывать? Правильно. Ровно. Ага. И маленькая 12. 12. Супер. Молодец. А теперь отложили в сторону. На смене тоже правильно. Так. Рубена, следующий, пожалуйста, нам письменное задание. А пока Рубена нам раздает, я хочу, чтобы вы мне вспомнили. Вот такой вот плакатик. Так. Ягуб. Ягуб. Что это? Точка. Это? Прямая. Это? Кривая. Ломанная. Это что? Отрезок. Отрезок. Кто мне скажет? Это острый. Так. Это
Ясмин. А я смотрю. Ясмин, иди сюда. Ясмин у доски. А ты? А вы остальные? Так, молодец. 6 минус 3. Показывай. Минус 3. Сколько остается? А где у нас троечка на кораблике? Троечка где на кораблике? Да, соединяй. Соединяй. Так. Правильно. 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 Молодец. Яков сделал первый. Я сделала. Так, дальше делай. 8. Подожди. Все равно будет 14. Правильно.
сумма не меняется. От перестановки слагать сумма не меняется. Я знаю, как еще хочет читать. Не надо пока, не надо. Ребята, где здесь слагаемые? 8-6. 8-6. А 14 это что? Сумма! Это сумма. Это сумма, и она не меняется, когда стоит какой знак? Плюс. Какой знак? Плюс. Покажите руками. Плюс. Плюс. Когда стоит плюс, сумма не меняется. А когда стоит минус, надо? Минус. Надо думать. Он меняется. А что делала? Это вот 11 минус 1 делала. Все, все. Следующие вопросы готовы? Да. Готовы? Да. Ребят, один, внимательно на меня. А сколько можно? Скажите, пожалуйста, вопросы. Сколько букв в русском алфавите? 33. 33. Я сейчас у тебя объявлю. 33. 33. 33. Хорошо. 33. Так. Какие звуки мы поем? Они просто... Красные. Красные. А сколько гласных звуков? 10. Звуков 10, а звуков? 6. Хорошо. А какие звуки мы не поем? Я уже видела. Да. И последняя картинка.
ладно. У тех, кто остался, какое слово у нас получилось, ребята? Школа. Школа. Да. Давайте это слово. А слово? Ты смотрела. Ты смотрела, я все вижу. Ну что тебе? Получилось слово школа. Давайте скажем, сколько в этом слове гласных? О, еще! Два гласных. А если два гласных, значит в этом слове сколько слогов? Два. Два слога. Потому что это гласные, это слоги. Гласных два, слогов тоже два. Сколько в слове гласных, столько и слогов. А кто мне составит предложение с этим словом? Я иду в школу. Подожди. Я еду на школу. Я иду в школу. Что ты скажешь? Я еду на автобусе домой. Домой нам надо в школу. Я еду в школу. В школу мы едем на автобусе. Я дома. И пойду, в школу. Хорошо. А что такое, ребята? Послушали? Ребята, что там? Что за сиденье такое? Так, карандаши все убрали. Папа убрали. Так, и скажите мне, пожалуйста. Вот про школу сказали. Мехамед не считает, сейчас отберу. Все, как раз у меня звездочек не хватило. Сейчас буду раздавать остальным. Что я еще хотела у вас спросить? Так, а с какой буквы мы пишем предложение? Большой. Большой. А потом уже с маленькой. Правильно, да. Эмиль? Так, а скажите мне, пожалуйста, еще с какой, с большой буквы мы что пишем? Я знаю. Что? А. Что? А. Нет, а. Нет. Большая. Вначале с большой буквы что пишем? Маленькая. Наши? Имена пишем, правильно, наши имена. Ребята, название городов, наши имена, фамилии, все пишутся с большой буквы. Да. Аля, иди сюда. Что у меня еще у доски не было? Напиши, пожалуйста. Я тоже не была в доске. Хорошо. На. Я тоже не была. Мамы. Помогу, да. Давай вот оттуда смотреть. Начнем. Ага. Как ты начнешь? Ага. Ма. Кими. Ма. Почему это с большой пошла? Почему это с большой пошла? Мы сказали, только пишется мамы. Муратик, что мы в конце слышим этого слова? Куда ты идешь? Мамы. Мамы. Что мы слышим здесь? Мы вас любим. Мамы. Что мы в конце слышим? Мамы. Вы правильно. Куда хотел? Мамы. Иди. Мамы. Мы пишем вместе или отдельно? Это уже другое слово. Мамы, мы вас любим. Сейчас мы это напишем, мама нам прочитает. Мы. Не надо так мелко, а то мама не увидит. Давай. Вот так же. Вот так же. Мы. Быстрее пиши. Быстрее, Вас. Ага. На что заканчивается слово вас? А! На что заканчивается? Ваша! На что заканчивается? На С. На С. А слово любим на что начинается? Л. Давайте я.
девочки? А мы ходили в каждой меди. Так. А теперь показали мельницу. Часики. Часики. Тик-так. Тик-так. Покружились. Сели. Немножко прошлись. И как называется наша республика? Азербайджан. А в какой столице в городе мы живем? Баку. Да. Рая, на берегу какого моря мы живем? Каспийское. Каспийское море. Так, хорошо. Руки поднимаем. Кто назовет еще мне моря? Я! Я думаю. Я понял. Давай. Красное. Давай. Красное. Красное. Желтое. Белое. Белое. Желтое. Желтое. Черное. Молодцы. Белое. Молодец, Мурали. Хорошо. Так. Океанов сколько? Океанов 4. 4. Какие? Индийский. Атлантический. Тихий. Северный.
из группы растений. Сказали животные, рыбы. Чуть-чуть. Нет. Из животных. Мы же, помните, на доске делили всех животных. А у кого есть такой цветок? Кроля. Кролик. Нет, клевер. Клевер. Хорошо. По-моему, клевер есть. Травоядный еще бывает. Еще какие животные вы знаете? Пресмыкающие. Пресмыкающие мы знаем. Земноводные. Вот мы сколько знаем. Хорошо. А теперь скажите мне, чем отличается дерево от куста? Я знаю. Ответ.
Нетти. А в зоопарке много обезьян или зверей? Зверей! Потому что обезьян возле. Хорошо. А в лесу много елок или деревьев? В реке много щук или рыб? Щук. Думает. Рыб. Ну, Радик, потому что рыба, щука тоже? Рыба. Рыба, правильно. Щука тоже рыба. Акула. Акула один. Подберите мне пару слов. Учитель – это школа. А врач? Это профессия. Больница. Рыба? А где еще нету? Рыбе что нужно, чтобы она жила? Вода! А птицы? Воздух! Хлеб! Воздух! Обязательно нужен воздух, чтобы она парила наверху, правильно? Красный стоять, а зеленый? Ехать! Осень – это дождь, а зима? Молодец, Андрей.